Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Борода, это Age of Magic, и мы продолжаем проходить эту честнейшую игру. Сегодня мы вновь отправляемся в светлую кампанию и пройдем здесь несколько миссий. Да, сегодня ролик посвящен полностью прохождению миссии. Сегодня мы, я думаю, пройдем где-то 5 миссий, доберемся до замка и посмотрим, что нас там ожидает. Итак, это осколки прошлого, развалины Мидденбурга. Давайте посмотрим, что нас здесь ожидает. Мои герои понемногу прокачиваются, я понемногу развиваюсь, разбираюсь в этой игре и готов делиться с вами чем-то новеньким. Мы видим, что у нас здесь сменилась арена боя. Так, нас начинают дамажить, причем люто так врываются. Вы только посмотрите, что они творят. Дамаг у них мешанный, но... Кошмар. Несмотря на то, что у них мелкий дамаг, они очень сильно дамажат. Очень много дамажат, они очень ловкие и очень много бьют. Очень часто. У меня это... раздражает, пожалуй, что я вам могу сказать, друзья. Это бесит. Почти одного сношу. Надо сейчас ультовать будет на левого, пожалуй. Я ультану. Что-то он меня раздражает. Хорошо, почти сносим. Почти два героя у нас вражеских убиты. Поэтому нужно немножко напрячь свою силушку и добить их. Хорошо, минус два. Добиваем еще одного. Сейчас все силы сюда скинем. У нас, слава богу, один раунд. Потому что я не знаю, если бы было тут 3 раунда, было бы довольно сложно, если честно. Так, еще 2 удара нужно сделать. Но я думаю, мы добьем гораздо раньше. Все, пускай они идут нахрен. Я надеюсь, что снова Ирин, я подниму еще одного героя, потому что уже сейчас встает тяжелее играть. И я думаю, вы это тоже замечаете, точно так же, как и я на самом-то деле. Age of Magic, ребятки. 6-я миссия. Давайте посмотрим, что нас ждет в 6 главе. Так, сразу не пишется, сколько раундов, да? Фух, ну что, сила отряда 456 единиц, это очень мало. Очень, вот прям крайне. У нас 2 раунда, и я думаю, что надо убивать центрального. Сразу 2 бьет. Эти по 3 раза бьют, смотри, что творят. Боже мой. Иди нахрен. Ответный удар! Ох, это было неожиданно больно. Ты представляешь, я словил ответный удар. Вы посмотрите на количество моего хп. Жесть, у нас впереди еще один раунд. Не знаю, я в такие моменты начинаю волноваться, если честно. Все очень плохо. Мне почти сбили одну полоску. Офигеть. Ну то есть до этого у нас не было ни разу такого момента и... Я не хочу просто получать 2 звезды и перепроходить это все заново, понимаете? Я хочу проходить каждый уровень. Отличнейший крит! Рагар молодец просто. Я хочу проходить каждый бой с первого раза. Так, иди нахер. Хорошо. Что-то чувак с косичкой. Кстати, он похож на чувака с аватара. Еще демон, прикрой меня, Роланд. Опа-на. А вот, мне кажется, и новый герой, ребят. Что-то мне подсказывает, что у меня сегодня появится еще один герой в копилочке. Очень слабый дамаг, боже мой. Хороший удар. Твою мать. Что делать? Атака? Защита? Лучшая защита это атака. И мы справляемся, несмотря на то, что меня почти убили. Фух. Новый герой? Новый герой. Новый герой, давай, дай. Дай мне нового героя. Мне нужен новый герой. Черт возьми. Да. Великолепный момент, ребятки. Танеда. Эльфы, класс, боец ближнего боя. Хорошо. Вот это мне нравится. Вот это я люблю. Так, а что это такое? Набор Танеда. Ага, реклама, короче, минус 60%, 150 гривен. Да я такие деньги раз в жизни видел. Ты что, придурок? Представляешь, хотели на мне навариться. Я таких денег никогда в жизни не держал в руках. Они мне предлагают такие бабки закинуть в игру. Где я их возьму-то? Ужас. Так, добавим нового героя. Так, он, конечно, первый уровень, и он слабоват. Наверное, надо было его прокачать. Ой, возможно, я сейчас сделал ошибку, да. Так, мы вернулись к старой арене. Ну, давай ульту. Слабая ульта, нужно прокачивать, все понятно. Вы понимаете, да? Ультнул основной герой, Роланд, и ультнула Танада вот эта херня. Так, на нас тут насылает какую-то порчу. О, началось, началось. Все как обычно, ёпки.
Так, поехали. Ну, видите, слабые удары, но это не вина плохого героя на самом-то деле. А все дело в том, что я его не прокачал и взял уже в седьмую главу сразу же. Это неправильно. Кстати, это только первый раунд, и что-то мне подсказывает, что я могу слить его. Из-за того, что я его не прокачал, а я могу сейчас проиграть. Ну, конечно... Ёб твою мать! Четыре героя! Охренеть не стать. Крит! Хороший крит! Слушай, это было неплохо. Это, конечно, не добьет его. Блядь, зря потратил удар. Сейчас его начнут хилить. Ну, конечно. Конечно, блядь. Так, вот эта херня сейчас массовым как кинет, будет жопа. Надо его убивать, короче. Недоступно, а почему не... А он в защиту, походу, сел. Или что? Да, смотри, ублюдок сел в защиту, я не могу его добить. На нахер! Вот это неожиданный крит, пожалуй. Ух, и в меня тоже прилетел неожиданный крит. Поэтому что-то мы умираем, ребятки. Что-то пошло не так. Еще минус. О, уклони... О, больно! Слушай. Раз уклонился, а второй раз чуть не сдох. И как понимать эту игру? Это дерьмово. У него, кстати, нету защиты вообще, вы заметили, да? У меня нету кнопки, как бы, укрытия. У него все чисто в атаку идет. И сейчас я... У. Сейчас я его потеряю, ребят. Жопа и чую, сейчас минус герой будет. Смотрите. Если не минус герой, то я поднимаю бровь, удивлен. Но это будет, конечно же, не так. Очень много хп у врагов. И сейчас первый, кто ударит по этому... Танеду, тот его убивает. У него слишком слабый удар. Поэтому мы в заднице. Они эти все еще стали в ДФ. И как мне их убивать-то, а? Алло. Этот придурок не добывает никого. Сделал крит на 506. Ну вы понимаете, да, о чем идет речь? То есть, как тут можно ожидать убийства, если он даже крит делает с той маленькой? Ну блин, 260. Ну это даже нельзя считать за дамаг, ребят. Что я могу сказать? У нас все очень плохо. Благо его никто не атакует, я не знаю почему. Наверное, это плюс того, что мы играем против компов, понимаешь? Играл бы я сейчас на арене против нормального чувака, то Танайда бы уже умер давным-давно. Сука! Накаркал, ты представляешь? Я просто сглазил. Черт возьми. В самом конце я теряю одного героя. Вот так вот, просто по щелчку. Две звезды, ребят, первые две звезды. Все, я расстроился. Боже, как досадно. А все из-за того, что я не прокачал его. Я сам себе принес две звезды. Какой же я убогий, боже мой. Танеда, блядь. Где ты взялся на мою голову, а? Три уровня могу ему дать, и все, ребятки. Давай закинем в него хоть пару артефактов. Что я могу сказать? Все очень плохо с этим героем. Но думаю, если бы я хотя бы на третий уровень его выкачал, я бы так не слил. Вот, не знаю почему. Вот. Что-то мне так подсказывает. Хорошо. И тут я знаю, что я могу повысить уже звездность. Но я пока не хочу этого делать, я не хочу с этим спешить, поэтому мы не будем торопиться. Здесь плюс еще что-то походу нужно, поэтому нужно немножко поднапрячься. Отправляемся в светлую компанию. Мы уже почти приблизились, ребятки, к замку. Я думаю, нас там ждет очередная новая арена и надеюсь, что герой. Потому что нам нужно же как-то собрать компанию, правильно? Так, посмотрим, что изменилось по дамагу. Вот, вот это уже что-то, пожалуйста, это только третий уровень, на минуточку, ребят. А я таки серьезно сделал дамага. И смотри, я обратно хожу и убиваю его. Не, не убиваю, сука. Перехвалил, блядь. Я думал, я его убью. Но, видать, не судьба, ладно. Хорошо, Танеда, мы с тобой еще поговорим. Так, тут можно даже ускорить, нихера себе. А, отлично. Давай ускорим, почему нет? Все, что быстрее, все хорошо. Кроме, сука, секса в постели. Но как назло, там тоже всегда все быстро. Эх, жизнь моя жестяночка. Так, продолжаем, продолжаем. Не отвлекаемся, ребятки, бывает иногда такое, да? Так, хорошо, дамаг, 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 дамаг. Больше дамага. Так, что-то и в ответ даже прилетает, смотри. Ну вот, Танеда хорош тем, ребят, что он много ходит. То есть он заменяет мелкий свой дамаг очень частыми ударами, понимаете?
Вот мы видим, что у него реально частое количество ударов. А это что за краля? Ну почему она недоступна? Хули она меня так бесит? Курица. Ну почти минус. Ну почти же минус. Добивай его. Молодец. Хорошо. Так, на нас кинули какое-то проклятие. А, пропускает ход. И что-то там даже по дамагу прилетело. Так, то же самое на второго. Надо добить колдунью, потому что она постоянно дефы кидает. Это плохо. А вот и фаер прилетел. Не нравится деф, лови фаер. Все просто в этой игре. Так, хорошо, отлично. Просто отлично. Мне интересно, если я нажму быстрое, мгновенное прохождение, я смогу получить 3 звезды? Так, новая героиня, отлично. Я же говорил. Беларра. Варвары. Колдунья. Да, ты что? Святые кочерышки. Опять пытается на мне навариться, суки. Пошли нахер. Так, а ну. Не, нельзя пройти моментально, потому что у меня недоступно это. Когда проходишь на 3 звезды, тогда можешь моментально проходить. А сейчас пошел нахер. Все очень просто в этой игре. Все очень предельно просто. Хорошо. Танеда вернулся. Давай покажем, что мы можем теперь. Получи нах, сука. Ух ты. Что это такое? Болотный луч. Ну давай. А, это же у нее первый уровень. Боже, на что я рассчитывал? Я забыл ее опять прокачать. Камон. Я использую болотный луч у чувихи, которая первого уровня. Ну мы же уже... Он уклонился. Вы видели? Сука, эта сука уклонилась. Ты представляешь? Что-то я там с ним сделал и убил. Не знаю, что сделал, честно вам скажу. Не буду что-то там придумывать. Болотный луч кинул. Что-то вокруг него там полетало. Толку никакого нету. Но вроде как ему больно. Хорошо, минус герой. Вражеский, естественно. Так. Давайте называть их своими именами. Это мобы. Вонючие, потные мобы. Которые нам, кстати, не нужны. Нужно их быстрее убивать. Потому что мы уже эту миссию проходили. Потому что я децл. Я, кстати, опять взял первого уровня героя. Я могу этим сейчас поплатиться. Если ее начнут дамажить. Ну, чем черт не шутит, как говорится. Ну, у нее дамаг просто пипец. Считай, дамага нету, понимаешь? Вот, возможно, порчу, которую я бросаю, ею еще как, хоть какой-то толк приносит, то дамаг вообще бесполезный, как по мне. Вот, это, кстати, пропущение хода. Вот это неплохо, согласен, да. Когда герой пропускает вражеский ход, да сука, убейте вы его наконец-то! Хули вы меня так бесите-то, а? По 20 раз они одного и того же бьют, а толку никакого. Раздражает, если честно. Оп, хорошо. Тихо, я чуть блок не поставил, я бы с ума сошел. Вот мои 3 долгожданные звезды. Спасибо большое, да, вот это приятно, вот это хорошо. Ух ты, какая милая зайка. Уйти бы зимой, какая лапочка. Можно мне такого героя, пожалуйста? Я бы не отказался, если честно. Ну что, последняя, друзья, на сегодня миссия. Давайте посмотрим, что нас тут ждет. Китайский мавзолейный храмецкий. Я думаю, новый. Ух ты ж, ёпты, что за пухляшек? Привратник, демоны. Мать моя женщина, братан, тебе ко мне на тренировке надо. Блять, я ее не прокачал. Ой, дебил, а можно выйти отсюда? Нет? Сука, я дебил. Я же не прокачал ее. Ну сейчас же все пойдет коту под хвост. Блять, а что они так сильно бьют? Можно узнать, пожалуйста? Мне кажется, я сейчас быстрее Роланда потеряю. Бля, этот пухляш вообще не сдыхает. Походу, его надо было бить последним. Что-то мне так подсказывает. Я уже смог других давным-давно убить, если честно. Смотри, все! Я сдох, ребят. Походу, я к этому делу не готов. На-нах. Получи, блядь, распишись. А, тут один раунд, ну слава богу. На нах! Я и второго потерял, блядь. На нахер! Бля! Ху-ху! Получите, распишитесь, называется. Охренеть не встать. Что, думал, все так легко будет, да, борода? Хрен тебе на ногу, на. На нахер, блядь. Ну что, ребятки, на этом мы с вами прощаемся. Я, если честно, тоже охренел. Поэтому не забудьте написать свои комментарии внизу, потому что это было очень жестко. Всем спасибо, до скорых встреч, пока-пока.